Была обычная, станет модельной. В библиотеке имени Коковина продолжается капитальный ремонт. Уже скоро и юные, и взрослые читатели смогут посещать во всех смыслах современное пространство. С рабочим визитом там сегодня побывал глава Архангельска. Подробности в сюжете Александра Богдановича. Дизайн в духе сегодняшнего времени. Коковинка приобретает новый статус библиотеки «Модельная». За 2 года здесь демонтировали перегородки, заменили систему электроснабжения, вентиляцию, установили новые окна. Потолок грильята сделан уже на 95%. Практически все сделано. Осталось дособирать решетки, укладка плитки керамогранита 60 на 60. Уложено в 100%. Осталось... Плитка 15 на 60, и 60 квадратов, установлены все двери, ведется покраска, шпаклевка. Как отмечают библиотекари, дизайн для Коковинки выбран не простой, а со вкусом. Здесь появится несколько креативных пространств. Арктический остров, детская веранда для занятий и мастер-классов с дошколятами, следом выставочный зал с символичным названием «Детство в Соломбале». Пространство организовано так, чтобы здесь было уютно, комфортно людям с разными интересами. Кто-то приходит и хочет поделать домашнее задание. Сейчас, кстати, это очень популярно стало в библиотеках. Кто-то приходит просто почитать книгу. То есть ему нужно такое тихое пространство. И здесь все предусмотрено. Это будет первая модельная библиотека в Архангельске, по аналогии с теми, что уже есть в Северодвинске и Котласском районе. Здесь ремонт выполняется за средства городского бюджета, то есть больше 13 миллионов рублей мы за 2 года вложили в эту библиотеку с тем, чтобы она отвечала всем самым современным требованиям к таким пространствам. И за средства уже федерального бюджета мы победили в определенных конкурсных процедурах, и эта библиотека получит средства для того, чтобы насытиться необходимым самым современным оборудованием. Второй этап ремонта завершится в начале сентября, а полностью откроют Коковинку для читателей в конце этого года. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.